Шеф-повар Максим Григорьев. Котлеты из кабачков и риса. Кабачок – универсальный овощ. Его можно добавлять в первые и вторые блюда, готовить из него салаты и закуски. Добавление кабачка в котлеты, тефтели, блины и оладьи делает их намного сочнее и нежнее. Поэтому кулинары с огромным удовольствием используют кабачок в своих экспериментах. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты: кабачок 200 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 40 мл. Рис круглозернистый 100 грамм. Соль 5 грамм. Укроп свежий 2-5 грамм. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для работы нам понадобится кабачок, рис, яйцо, укроп, соль, подсолнечное масло. Шаг 2. 100 грамм риса отварить до готовности. Рис должен слегка развариться. Остудить. Шаг 3. Вмешать в рис мелко нарезанный укроп 3-4 веточки, натертый на средней терке кабачок 200 грамм, влагу слегка отжать, 1 яйцо, соль и пару щепоток. Шаг 4. Тщательно перемешать. Шаг 5. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выложить сформированные котлеты. Очень удобно при этом воспользоваться кулинарным кольцом небольшого диаметра. Для этого необходимо выложить кольцо на сковороду с разогретым маслом, внутрь кольца выложить 1 полную столовую ложку фарша, разровнять его, а затем кольцо снять, прижав фарш сверху ложкой. Обжарить котлеты с обеих сторон до золотистого цвета. Шаг 6. Котлеты из кабачков и риса готовы. Подавайте котлеты в горячем виде со сметаной или сметано-чесночным соусом с зеленью. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.